Чтобы рассказать о своих инициативах по преображению города, сотрудники автоспеццентра Nissan пригласили на круглый стол лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Сергея Новосельцева, Юлию Ишкову, Юлию Мамай, Валентина Герасимова, Руслана Шаипова и Михаила Раева. Также активисты рассказали сотрудникам компании и о грядущих переменах в городе, которые запланированы на ближайшее время. Понравилась вовлеченность работников автоцентра в проблемы, в разговор. Прозвучало достаточно много инициатив, которые беспокоят жителей. Сотрудников компании волновала нехватка парковочных мест в городском округе. Поговорили и о недостатке учебных заведений вблизи жилого комплекса «Маяк», а также о необходимости установки пешеходного перехода на улице 9 мая. Поговорили о создании зеленых зон в городском округе Химки. Эта работа сейчас активно ведется, но все-таки у жителей еще есть предложения и пожелания. О создании дополнительных парковочных мест. Эта работа ведется точечно. Были записаны адреса, поэтому я думаю, что на сайте голосования «Хижа онлайн» мы увидим эти инициативы, и у жителей будет возможность проголосовать. На собрании активисты подчеркнули, что очень важно не только говорить о своих предложениях, но и голосовать за них. Ведь только от жителей зависит то, как будет выглядеть их родной город.